Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы находимся в районе Тоблтепе, в одном из разрешенных микрорайонов для ВНЖ, то есть в этом районе вы сможете получить без проблем ВНЖ и поселиться здесь, прописаться здесь, ну и, собственно говоря, купить жилье и жить здесь вы также сможете. Сегодня я хочу вам представить комплекс, строящийся новый комплекс, который будет завершен. Вот только что поговорили с начальником, так сказать, стройки, да, с шефом. Он сказал, что будет завершен объект к Новому году. Крайний срок — это январь. Здесь квартиры представлены планировки 2+1 с американской кухней. Сейчас доступны абсолютно все этажи, стороны квартир. Для уточнения цен, для уточнения текущих цен, потому что, к сожалению, каждые 2 недели они меняются, можете обратиться по телефону, указанному под этим видео. Локация очень хорошая. Вот сразу выход на центральное шоссе Т-400, откуда вы сможете сесть на любой общественный транспорт и уехать в любую точку города. То есть расположение очень удобное. Также все магазины продовольственных товаров, также все под рукой, все близко. Поэтому расположение для этого комплекса выбрали чудесное. На территории комплекса будет находиться бассейн, будут находиться зоны отдыха, такие как беседки, детская площадка для ваших деток, генератор, электрический генератор. Ну и, собственно говоря, парковая зона. Но сейчас я хочу вам представить саму квартиру. Следуйте за мной. Ну что, друзья, сейчас мы находимся в шоуруме. Квартира планировки 2+1, еще раз повторюсь, это у нас первый этаж и, собственно говоря, это у нас вход в квартиру. Внутренняя отделка квартиры, я уже вижу, то, что качественная, как бы приятная на ощупь. Сейчас открою вам шкафы, посмотрите вместительность, что можно сюда поместить. Все-таки это немаловажно. Здесь, как обычно, будет у нас видеодомофон. Сейчас мы проходим в кухню. Балконная зона у нас уже остеклена. Как бы это, я считаю, что это плюс. 90 квадратных метров жилой площади, где-то 105 квадратных метров с балконом квартира. Здесь мы можем наблюдать кухню. Как бы тоже кухня компактная, такая хорошая, для готовки приятная, тона приятная. Мне нравятся, знаете, вот серые такие вот, светло, да, голубой, что ли, красиво смотрится, мне нравится. Смотрите, какой вид красивый. Вот это сете, в этом сете, кстати, Морвиста по 7-5 миллионов квартиры, мои хорошие. Вот здесь вот мы можем наблюдать, что у нас, видите, стадия постройки бассейна, да, то есть инфраструктуры комплекса у нас стадия постройки. То есть, как бы, я считаю, что здесь поместится и диванчик какой-то небольшой, и обеденная зона. То есть, как бы, все тут должно поместиться, уместиться. Так, мои хорошие, здесь у нас первая ванная комната, гостевая. Далее по коридору у нас идет детская комната, либо же гостевая комната. Видите, здесь шоу-рум уже с мебелью. Как видите, для ребенка, в принципе, все необходимое поместится. Вот небольшой, да, такой столик, где будет делать уроки ребенок, кровать, тумбочка, небольшой шкаф. Можно шкаф даже больше сделать, как бы полки. Я думаю, что все, в принципе, необходимое поместилось. Спальня родительская. Интересно сделано. Как бы все необходимое также поместилось. В принципе. Также сделано здесь спот освещение. Ну и, конечно же, вторая ванная комната. Собственно говоря, вот еще есть отдельный балкон. Здесь у нас место под газовый котел, под стиральную машинку, то есть как бы балкончик такой технический. В общем, дорогие друзья, вот такая вот квартира, вот такой вот комплекс, строящийся, расположение чудесное. Квартира, в принципе, в себя вмещает все необходимое, мебель, все комнаты, два санузла, отдельный коридор, американская кухня, технический балкон. На территории комплекса тоже все необходимое также есть. Все. Вся инфраструктура в пешей доступности, в шаговой доступности, поэтому я считаю, что это, в принципе, отличный вариант для вас и вашей семьи. Спасибо большое, что были со мной во время просмотра этого видео. Обязательно ставьте палец вверх, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои обзоры. Всем пока!